Отдых на российском курорте всегда идет не по плану. Зачем мы сюда поехали, а? 11-й год подряд. Я же ведь запланировала Грецию. Были причины. Какая причина? Я женюсь. Не у тех, кто сюда приезжает. Пойдем, я тебя со своим парнем познакомлю. С кем? Не у тех, кто здесь живет. Поехали домой. Я теперь с Борей. Ну и что ты в нем нашла? Я, во-первых, ее уважаю, во-вторых, люблю, в-третьих, я красивый. После такого отдыха... У меня сейчас так отдохнет, порошок сотрется. Всем нужен отпуск.